Видео подготовлено онлайн gdz.net. Задание номер 26,6. Решите уравнение. А. 3 умноженное на x минус 1 минус 2 умноженное на разницу 3 и минус 7 равно дважды разница x минус 2. Открываем скобки, получаем 3x минус 3, то есть сначала мы упростим выражение. Минус 6 плюс 14x равно 2x минус 4. 15x будет равно 5. Отсюда x равно 5 пятнадцатых или 1 третья. Б. 10 умножить на 1 минус 2х равно 5u 2x минус 3 и минус 3жды 11x минус 5. Это будет 10 минус 20х. Равно 10х минус 15 минус 33х плюс 15. Это будет 3х равно минус 10, а х будет минус 10 третьих или минус 3,1 третья. В. 2 умноженное на сумму x плюс 3 минус 3, что разница 2 и минус 7, 2 и 7х равно 2, что разница x и 2. Это будет 2x плюс 6 минус 6 плюс 6 минус 6 плюс 21х равно 2х минус 3. 21х равно минус 4. Х равен минус 4 целых, минус 4 двадцать первых. И Г. 5 на 3х минус 2 равно 3х плюс 1 минус 2х плюс 2. Это будет 15х минус 10 равно 3х плюс 3 минус 2х минус 4. 14х равно 9. Х равно 9 четырнадцатых. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.